Дорогие друзья, я Доскараев Мейржан, кандидат в депутаты Мажлиса по 19-му избирательному округу. Я считаю, что мы достойны жить в свободной стране. Я уже 30 лет работаю адвокатом и знаком со всеми проблемами и нуждами граждан в сфере законодательства. В нашей стране очень много принимается законов, которые противоречат основным нормам Конституции и действуют против народа, защищая интересы кучки олигархов. Но однако они продолжают действовать, нанося непоправимый урон народу, экономике и экологии. Страна погрязла в коррупции и беззаконии, из-за чего талантливая, умная и прогрессивная молодежь покидает страну, потеряв веру в свое будущее и будущее своих потомков. Президент Токаев, который в январе 2022 года дал приказ на расстрел своего народа, вот уже 4 года дает пустые обещания, продолжая политику Назарбаева. А народ продолжает нищать, продукты первой необходимости дорожать, как на дрожжах. Поэтому я решил баллотироваться в депутаты Мажлиса по одномандатному округу 19 Карагандинской области, где фактически я родился. В округе 427 избирательных участков и 374 тысячи избирателей. Поддержите меня, мне сейчас в штаб нужны 50 доверенных лиц и 1300 независимых наблюдателей. Я оправдаю ваше доверие, ваш Доскараев Мейржан.